Что, в этом году у нас началась вырубка деревьев в нашем городе. Никогда такого не было. В этом году прям рьяно взялись, очищают. Ну, как правило, я смотрю, тополя вырубают. Не знаю, у меня на тополя аллергия, поэтому я не за никак за них. Может, и улицу будут переделывать, но вырубают прям конкретно. Можете видеть, что сейчас на этой стороне, и немножко подальше, эта вся сторона была такая вся в деревьях. Просто-напросто косят. Машинка интересная такая. Ну, может, найдем ее, приснимаем. Из-за машинка деревья каша. С чем связано, не знаю. Может, здесь елок понасает. Было бы здорово. Это у нас улица Абаканская, вроде центральная, а не улица, а дерьмо. Мерсинск, 2017 год благоустройства. А, вот он что. В 2017 году они решили повыкосить все деревья, так сказать, благоустроить город. В принципе, ничего, нормально. Что за аппарат? Такой аппарат стоит, а водителя нет. Как так? Он что-то явно делает. Размалывает, что ли, деревья все. Понятно. Ну, классная штука. Я люблю такие машины. Это получается, скорее всего, это бибиша тут и повыкосила все эти деревья для быстроты действия. Я не знаю, насколько необходимо выкашивать все эти деревья. Все-таки это воздух же, мы же им дышим. Наверное, взамен они сделают еще лучше. Будем смотреть. Вот, в принципе, аллейка ничего. Если посмотреть в ту сторону, вот она, аллейка. Пустота, пустота, пустота. Ладно. Ну, шикарная машинка вся на компьютере. Это он сейчас грузить будет, да, деревья? Он прям, и он искашивает эти деревья. Блин, классная машина какая, а. Тихо, сейчас он начинает нажимать. Ну
детстве такую кружку, а? Потом новые деревья сюда, да, наверное, будут садить? Ой, деревья, ты видишь, что вы? Да, ну... Клёны там, клёны, не было этих пухов. Ух, да, вот у меня как аллергия, я вообще против тополей, честно говоря. Они ломаются хорошо, на машины падают. Да, на машины падают. У нас во дворе... Они, может, не будет. Ну, да. Климат изменился, морозы были, не стояли. Да. Но они, правда, воду хорошо сосут. Да. Кислорода много дают. Кислорода много дают, да. Бригада рабочих с пилами, которые тут бегает там, что-то делает, плава что-то. Вот. Пил шикарный автомобиль. Значит, будут красивые деревья садить. Кто-то начал грузинской заниматься. Спасибо. Кто же управлять же такой штукой? Это же надо обучаться специально. Ты же не можешь просто так сесть, включить дышку и поехать. Шикарная вещь вообще какая. Смотри-ка, что хватает, грузит, пилит, допиливает, сучки обрезает, все, что хочешь, делает. Бля, я так понимаю, всю вот эту просеку она уже сделала. Да, та сторона, я не знаю, когда потом пойдет. Сейчас вот это он выпилит еще. Блин, ну, замечательно, просто мне такая вещь нравится. Как все выпилит, посмотрим, я вам потом видосик еще сделаю.